Добрый день! Сегодня мы поговорим с вами на тему, которая волнует многих родителей и которая встречается хотя бы раз на пути их родительства. Мысль, которая их посещает. Я плохой родитель. Если вы спросите кого-то из своих знакомых, они ответят вам. Частенько, время от времени, я думаю об этом, меня это очень беспокоит, но мне просто не с кем это обсудить. Но вы не одни, и в сегодняшней лекции мы с вами разберем, какие типичные ошибки преследуют родителей на пути их родительства. Среди них мы разберем такие вопросы, как: нормально ли вообще думать о том, что вы плохой родитель? Всех ли родителей посещают такие мысли? Вам кажется, что чужие дети послушнее, или вам так не кажется? Когда вам кажется, что ваш ребенок хуже других, действительно ли это является так? Что делать, если вам кажется, что ваш ребенок делает все не так, и вам постоянно хочется его критиковать и постоянно говорить ему о том, что с ним что-то не в порядке? Что делать, если вы со своим супругом, со вторым родителем не смогли выбрать единую стратегию воспитания, и кто-то из вас является хорошим родителем для ребенка, а кто-то плохим? Что делать, если вы не можете найти баланс между тем, разрешать ли все ребенку или все ему запрещать, и вы не можете ответить себе на вопрос, какие границы и какие запреты нужно установить ребенку, и что делать, если ваш ребенок проявляет негативные эмоции, которые вам просто не хочется видеть в тот или иной момент жизни. Сами для себя вы будете всегда самым большим критиком. У ребенка вы это просто спросить не сможете, ввиду того, что он, во-первых, еще маленький, во-вторых, он не сможет ответить вам объективно, являетесь ли вы для него хорошим или плохим родителем. Для него вы всегда самый лучший. Всегда. Потому что он любит вас безусловно. Он не видит в вас никаких ошибок и изъянов. Он всегда думает о вас лучше, чем вы есть. Он всегда будет вас прощать. И вы в отношении него делаете точно так же. Вы не можете друг на друга долго обижаться, вы не можете друг на друга долго злиться, вы никогда не сможете друг от друга отказаться, и вы всегда будете друг друга прощать. Ответ на вопрос, хорошим ли я был родителем, вы сможете получить чуть позже, когда ваш ребенок вырастет, когда он сможет мыслить логически, когда он посмотрит со стороны на то, как вы его воспитывали. Он расскажет вам, что вы делали не так, что повлияло на него, что сформировало его как личность, что в ваших действиях было полезного и вредного для него, что оставило на нем положительные воспоминания и что нанесло негативный отпечаток и превратилось порой в психологическую травму, которую мы, естественно, наносим своим детям хотя бы одну за всю жизнь. А пока этот вопрос будет у вас без ответа, и вы сами себе судья, вы сами ответственны за то, что вы делаете. Но хочу вас успокоить. Никто не становится хорошим родителем сразу, как родился ребенок. Это не происходит по щелчку пальцев, когда вы выносите своего ребенка из роддома, и никто не принесет вам методическое пособие, и никто не расскажет вам, как быть отличным, хорошим, лучшим родителем для своего ребенка. Если вам кажется, что у других семей все лучше, чем у вас, вам просто кажется, и они не рассказывают вам, какие проблемы на самом деле у них происходят. Естественно, к родительству подготовиться можно. Некоторые родители, мамы, папы посещают курсы, на которых им рассказывают некоторые вещи о том, как взаимодействовать с детьми. Но такие курсы ограничиваются чаще всего базовыми знаниями. Как ухаживать за ребенком, что делать в первый год его жизни, как элементарно его обучать, как быть психологически готовым к рождению ребенка и так далее. Естественно, это все тоже важные вещи, особенно на первом году жизни ребенка. Но то самое методическое пособие, ту самую книгу, тот самый учебник, инструкции, формулы никто вам никогда не даст. И если в такие моменты вы задумываетесь, как мне быть? Возьмите для себя усредненный вариант. Каждый день в конце дня спрашивайте себя, достаточно ли хорошей матерью я сегодня была. И если вы отвечаете себе, да, я была достаточно хорошей матерью, значит, сегодня вы выполнили тот самый минимум, который приемлем и который приемлем для вашего ребенка и для вас. Не корите себя лишний раз, не угнетайте, не ругайте себя и просто пообещайте себе, что сегодняшние ошибки завтра вы повторять не будете. И про родительские ошибки.
Любые ошибки – это нормально, это естественная часть роста любого родителя. Каждый родитель ошибается на пути своего родительства. И каждый из них совершает закономерные ошибки. Почти одни и те же у каждых родителей происходят ошибки за все время, пока их ребенок маленький. Но, естественно, что вам нужно помнить? Ошибки – это всегда исправимо, если вы хотите над ними работать. Если вы захотите проводить работу над ошибками, пообещайте себе, что больше я не буду их допускать, я буду себя отслеживать, я буду контролировать себя, я буду ловить себя на моментах, когда я совершаю какие-то ошибки, значит, вы уже начали работу над собой. Но если вы пустите все на самотек, эти ошибки превратятся в воспоминания, которые потом будет припоминать вам ваш выросший ребенок. Естественно, следует помнить, тот, кто ничего не делает, никогда не ошибается. Это отличная зона комфорта, и это правило работает во всех сферах нашей жизни. Пробуйте, вырабатывайте для себя свои формулы для того, чтобы прийти к осознанному родительству. Наверняка вы слышали термин «осознанность», «осознанные родители». Возможно, вам было непонятно, что это такое, и вы испытывали какое-то чувство неполноценности из-за того, что все родители вокруг осознанные, вы как-то отстали от них, и вы просто не понимаете, как к этому прийти и что для этого делать. Давайте разберем основные пункты осознанного родительства. Во-первых, осознанный родитель сегодня старается быть лучше, чем вчера. Он замечает все свои ошибки в течение дня, фиксирует их и ищет способы решения для того, чтобы отношения с ребенком вышли на новый уровень и чтобы вы друг друга не травмировали. Осознанный родитель всегда держит руку на пульсе. Он не пускает воспитание своего ребенка на самотек. Он всегда в курсе всех ситуаций, всех переживаний ребенка, но не надо путать это с гиперконтролем. У осознанных родителей все происходит немного иначе. Они эмпатичны, они вовлечены в жизнь своего ребенка, они знают, что беспокоит их ребенка, они знают, что с этим делать, и они стараются не расстраивать, не огорчать своего ребенка, а всегда быть рядом с ним, всегда быть вместе против одной проблемы. Осознанный родитель знает, что он не все знает на этом свете, что он не всемогущий, что он не всегда может разобраться, как поступить в той или иной ситуации, и это нормально, он дает себе право ошибаться. Осознанный родитель старается исправляться и исправлять. Он старается исправить себя, провести работу над собой, провести работу над теми ситуациями, которые происходят в их отношениях с ребенком. Не допускает ошибок своих родителей. Это очень важный момент в воспитании детей. Мы, так или иначе, выросшие в своей семье, в семье своих мам и пап, несмотря на то, что мы взрослые, пытаемся воспроизводить те модели воспитания, которые были применены к нам. И мы также не отдаем себе отчет, было ли это хорошо или было ли это плохо. И было бы отлично, если бы это были всегда хорошие модели воспитания. Но, к сожалению, в большинстве случаев мы транслируем свои травмы, свои ошибки на своих детей, даже подчас не давая себе в этом отчет. Для того, чтобы понять, что конкретно в вашем воспитании пошло не так, необходимо проанализировать, за что вы были благодарны своим родителям, за что вы их вините, может быть, до сих пор в своей душе, и постараться разграничить такие вещи, которые могли бы травмировать вашего ребенка, и такие вещи, которые могли бы порадовать вашего ребенка. То есть опыт, который мы приняли в своей семье, может быть как положительным, так и отрицательным. Далее, осознанный родитель умеет признавать свою неправоту. Это очень важный пункт воспитания детей, так как не все родители на самом деле умеют признать, что они как-то обидели своего ребенка, что они как-то плохо с ним поступили. Некоторые родители не умеют извиняться перед своим ребенком, они уверены, что только ребенок должен извиняться перед ними. Хотя ребенку, который растет в семье, где родители не умеют признавать свои ошибки, не умеют извиняться, ему попросту неоткуда брать пример. Он не знает, что такое стыдиться за свои поступки, что такое извиняться за свои поступки. Но, тем не менее, это очень важный пункт, которому необходимо в первую очередь научиться самому родителю. Нет ничего зазорного и стыдного в том, чтобы признать, что вы допустили со своим ребенком какую-то ужасную ситуацию, что вы его расстроили, огорчили, и вы в этот момент были неправы. Если вы сможете это признать, сможете принести ребенку извинения, и он сможет вас простить, у него закрепится отличная модель поведения, в которой
есть важное правило – признавать свою неправоту и уметь извиниться перед человеком. И, соответственно, последний пункт – это уметь прощать этого человека, не держать обиды, не держать злость, не припоминать ему, не быть злопамятным. Это то качество, которое ваш ребенок также в первую очередь увидит от вас и которое будет перенимать на себя. Ну, естественно, не всегда в родительстве бывают хорошие дни. Бывают дни разные. Если вам кажется, что у семей ваших знакомых и семей из вашего окружения все идет очень гладко и все очень красиво, и все очень хорошо, скорее всего, это просто картинка, и все секреты, все проблемы вам, естественно, не рассказывают. Но происходит в родительстве два разных типа дней. В один из дней вы можете думать: я сегодня был отличным родителем, я очень собой горжусь, мы провели прекрасный день, я отлично справляюсь, у меня хорошее настроение, у моего ребенка хорошее настроение, и мы очень хорошо ладим, и все у нас замечательно. А в другой день вы можете просто сползти по стенке, заплакать и признаться себе, что ваш ребенок очень сильно вас обидел, и вы скажете себе такие слова, как: я не справляюсь, я плохой родитель, я не могу поладить со своим ребенком, я ничего не умею. Вы можете пожалеть о том, что вы вообще завели детей, как вам могло прийти в голову, если вы просто не знаете, что с ними делать. И оба этих дня это нормально. Главное в момент плохого дня помнить о том, что у вас бывают и хорошие дни, и не зацикливаться на том, что у вас что-то не получается. Если у вас сегодня не получилось что-то сделать, не получилось быть хорошим родителем, значит, у вас это обязательно получится завтра. И давайте перейдем к типичным ошибкам родителей, которые они так или иначе допускают на пути своего родительства. И первая ошибка – это сравнивать свое родительство с чужим. Как мы уже сказали выше, не все семьи живут так хорошо, как пытаются вам показать, как пытаются транслировать на картинке. И они прямо сейчас могут справляться с такими же проблемами, как у вас, особенно если вы воспитываете ровесников. Зачастую мы просто не можем себе признаться, ни себе, ни окружающим людям, в том, что мы не справляемся. Нам кажется, что это стыдно, так как мы можем заработать себе такое клеймо плохого родителя. Мало того, что мы в своих глазах считаем себя плохим родителем, так нам еще не хватало, чтобы люди нам об этом сказали. Поэтому мы просто молчим об этих проблемах. Что делать? Во-первых, признать, что сравнивать – это нормально. Человек – социальное существо. Он всегда пытается понять какую-то истину через сравнение с другими людьми. Он не может оценить по достоинству ту ситуацию в жизни, в которой он находится. Ему нужно посмотреть, как у соседа, как у него дела, как он воспитывает детей, какой у него дом, как он живет. И это нормально. Но это нормально, если этим не злоупотреблять. Если вы всегда будете опираться на чужих родителей, на чужой опыт воспитания детей, вам всегда будет казаться, что с вами что-то не так. Если вам необходимо узнать, как происходит воспитание детей в чужих семьях, нужно сделать это просто экологичным способом, попробовать создать свое комьюнити, свою группу, в которую войдут такие же родители, как и вы, с которыми вы воспитываете ровесников. В такой группе, в таком комьюнити вы можете всегда поделиться опытом, быть понятым и быть уверенным, что вас поймут, и это будет экологичное общение. Как сказал Лев Николаевич Толстой, все счастливые семьи похожи друг на друга, и каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Всегда держите это в голове, когда вам захочется сравнить свою семью с чьей-то чужой. Вторая ошибка, которая вытекает из первой, это сравнивать своего ребенка с другими детьми. Во-первых, если вы сравниваете с чужих родителей со своим родительством, естественно, ваш взгляд падает на их детей. У этого ребенок учится лучше, у этого справляется на секции лучше, этот послушнее, этот всегда тихий, спокойный, с ним всегда можно поладить, этот не устраивает истерик. С этим вообще приятный, когда эти дети, ваш ребенок и чужой ребенок находятся в одном пространстве, вы всегда думаете о том, что вот
чужой ребенок, намного лучше моего. Естественно, вы потом очень вините себя за эти мысли, запрещаете себе так думать, но тем не менее такая мысль приходит вам в голову. И ладно, если вы думаете об этом только у себя в голове, но некоторые родители начинают говорить об этом своим детям, тем самым допускают роковую ошибку в воспитании. Кто-то начинает в открытую сравнивать своего ребенка с чужими детьми и говорят своему ребенку: посмотри на себя, ты приходишь из школы, твоя тетрадь просто как маковое поле, в ней ошибка на ошибке, у тебя двойки, мне звонит твой классный руководитель, ты не ладишь с другими детьми, ты не можешь влиться в социум. И ребенок вам говорит: мама, мне просто в школе скучно, мне просто нечего там делать, я не могу поладить с одноклассником. Вы слов своих детей в этот момент просто не слышите. Вам кажется, что ваш ребенок самый худший ребенок на свете. Также это и работает в обратную сторону. Если вы всегда говорите своему ребенку: ты самый лучший, ты никогда не ошибаешься, ты самый замечательный ребенок, даже если ваш ребенок объективно в такие моменты допускает какие-то ошибки. Что происходит в обеих этих ситуациях? Происходит следующее. Ваш выросший ребенок не способен будет оценивать себя адекватно, он будет не способен оценивать свои способности, он всегда будет не уверен в себе, он будет думать, что кто-то точно справляется лучше него, потому что мама с детства ему об этом говорила. Появляется чувство «недостаточно», «я недостаточно хороший», «я недостаточно успешный», «я недостаточно умный», «красивый» и так далее. И ваше дело, которое вы начали, вы сравнивали своего ребенка со своими детьми, продолжит ваш ребенок. Он всегда неосознанно будет сравнивать себя с другими. Потом эти выросшие дети будут говорить: для своих родителей я всегда был хуже других, хуже их племянников, хуже одноклассников, хуже детей их друзей. Они всегда мне об этом говорили, они всегда меня с кем-то сравнивали, они не могли признать, что я просто хорош сам по себе, что я ценный для них, что они любят меня. И я вырос с чувством, что кто-то всегда лучше меня. Я не могу научиться принимать себя. Родители научились уже любить и принимать меня, у нас больше нет таких проблем в отношениях, но я себя принимать до сих пор не научился. Я боюсь рисковать, я боюсь начинать что-то новое. Мама всегда мне говорила: у тебя не получится. У него получится, у тебя нет. Что нужно делать в таких ситуациях, если вы через много лет не хотите услышать от своего ребенка такие вещи? Прекратите сравнивать своего ребенка с другим. Если вам сложно полностью избавиться от этой привычки, хотя бы прекратите делать это в открытую и говорить об этом своему ребенку. Нет ничего хуже, чем когда человек, который очень ценен для ребенка, значимый взрослый, родитель, мама или папа, говорят ему, что нам недостаточно, что ты просто наш ребенок. Нам всегда хочется, чтобы ты был похож на чужого, более хорошего ребенка. Что происходит с такими детьми на протяжении всей жизни? Если вы делаете это с момента рождения ребенка и до конца его жизни, у ребенка появляется чувство неполноценности, которое затем приводит к желанию всем понравиться. Если он дома слышит о том, что он недостаточно хороший, он начинает делать попытки для того, чтобы всем нравиться. Он становится лучшим учеником в классе, потом он становится лучшим студентом у себя на потоке, а затем лучшим сотрудником. Если вам кажется, что попытка стать лучшим сотрудником – это вранье, так не бывает. Так бывает. Люди, которые привыкли всем нравиться, будут делать это даже на работе, даже когда им будет 30, 40 и так далее лет, они всегда будут подсознательно пытаться понравиться другим людям, пытаться заслужить их внимание и доверие. Что необходимо делать, чтобы такого не было? Позвольте своему ребенку быть собой, позвольте ему никому не нравиться. Естественно, определите ему границы, что нельзя вести себя плохо в открытую, нельзя грубить с ростом, нельзя вести себя плохо, но ты не обязан никому нравиться, с тобой не обязаны все дружить, тебя не обязаны все хвалить, просто будь собой. Если ты будешь собой, люди, естественно, к тебе потянутся, кто-то оценит эту самобытность, кто-то оценит твою уникальность, кто-то оценит то, какой ты есть. Что вытекает из предыдущего пункта? Некоторые родители злоупотребляют чрезмерной критикой ребенка. Это происходит постоянно, и родители всегда вовлечены в процесс того, чтобы подметить ребенку, что он делает что-то не так.
Баланс между критикой и похвалой стирается. Родители забывают о важном принципе. Сначала похвали, потом покритикуй. Чтобы у ребенка закрепилась для начала положительная модель, которую вы ему дали. И когда вы начинаете замечать, что ваш ребенок становится каким-то зажатым, закрытым, неуверенным в себе, отследите свое поведение. Возможно, в последнее время, в последние несколько месяцев, вы очень много его критиковали, вы очень много ругали его за какие-то ошибки и мало хвалили, что ребенок забыл, в чем его ценность. И прекратите оправдывать себя такими словами, как «кто, если не мама тебе скажет?». Все тебе врут, а мама всегда говорит правду. Не давайте ребенку ложные представления о том, как должна вести себя мама. Мама – первый человек, который должен верить в своего ребенка, который должен говорить ему о том, какой он замечательный, как здорово, что он появился на этот свет. И затем на вторых ролях должен сказать ему, что он делает что-то не так. Естественно, в этом деле главное не забывать принцип. Мы критикуем не ребенка, а поступки ребенка. Не стоит говорить ребенку «ты плохой». Необходимо сказать «твой поступок плохой, он очень меня расстроил, он очень меня разозлил». Пожалуйста, старайся впредь больше так не делать. Как мы уже говорили, дети, которых много критиковали родители, перестают верить в себя, они боятся начать что-то новое, боятся рисковать, потому что у них в голове существует установка. У меня ничего не получится. У меня никогда ничего не получается. Мне об этом всегда говорила мама. У других получится лучше, мне даже не стоит пробовать. В мире будет много людей, которые захотят сказать вашему ребенку, что с ним что-то не так. И только двое людей, которые будут всегда в него верить, это мама и папа. Те двое людей, к которым он придет в конечном счете, когда он разочаруется в себе, когда все вокруг станут против него, когда он провалится в каком-то деле, он придет именно к вам. Не теряйте эту возможность, чтобы всегда быть уверенным, что бы ни случилось с вашим ребенком, он обратится к вам за помощью и не пойдет к чужим людям. Далее, четвертая ошибка, которую допускают родители. Они реализуют свои неисполненные мечты через своего ребенка. Происходит это повсеместно, вы можете отслеживать это за собой, за своими знакомыми. Но это та вещь, которую допускают многие родители. Как это выглядит, как это происходит? Вам в детстве что-то запретили сделать. Куда-то запретили записаться в какой-то кружок, запретили как-то себя реализовать. Вместо этого вас поставили на другой путь развития. Вы хотели стать художником, вы очень хотели посещать художественную школу. Вместо этого мама вам говорит: «Я отдам тебя на скрипку». И никакой художественной школы ты не увидишь. Ребенок через слезы, через усилия начинает посещать эту музыкальную школу, играет на этой ненавистной скрипке, и надолго его терпения не хватает, потому что он ему просто ненавистно там находиться, он будет с завистью смотреть на тех детей, которые занимаются в художественном классе, которые презентуют свои рисунки и которые просто счастливы от того, что они занимаются тем, что им нравится. Ребенок начинает врать, ребенок начинает пропускать занятия, начинает саботировать, и просто эти годы обучения в той секции, которая ему ненавистна, превращаются для ребенка в настоящее мучение. Это происходит и с девочками, и с мальчиками. Всегда, в любом возрасте, особенно в дошкольном возрасте, когда необходимо выбирать кружок или секцию, которую будет посещать ваш ребенок. Многим родителям просто не нравится, не хочется ждать, пока ребенок найдет свое. Они говорят: «Мы купили ему футбольный мяч, отдали его на футбол, он походил неделю, он захотел оттуда выписаться, он больше не хочет посещать эту секцию. Хорошо, мы купили ему очки для плавания и купальник, мы записали его на плавание, он походил месяц, понял, что ему это не нравится, попросил нас выписать. Мы купили ему кисти и холст, он походил месяц, и он больше не хочет туда ходить, мы больше не можем так тратится, мы не хотим ждать, пока он найдет что-то свое.
Если следующая секция ему не понравится, я не буду его оттуда выписывать, потому что мне это уже надоело, он не может определиться, что ему хочется, что ему нравится и где он хочет быть. От многих родителей можно слышать такую тираду, но хочется вас и поздравить, и обрадовать. Ваш ребенок избирателен, он умеет учиться понимать, что ему нравится, а что ему не нравится. Если вы проявите немного больше терпения, он обязательно нащупает что-то свое. Да, это может быть затратно, это может быть долго. Вы можете поменять много секций, много тренеров, много учителей, но если ваш ребенок найдет то самое, чем ему нравится заниматься, он будет самым счастливым в этой жизни. Свои неисполненные, нереализованные мечты вы можете все еще реализовать, и никогда не поздно начать новое дело, но, пожалуйста, не совершайте насилие над своим ребенком, не отдавайте его туда, где ему не нравится быть, не ведите его туда под лозунгом: «Если у меня не получилось, пусть хоть у тебя получится». Ребенок не обязан реализовывать те мечты, которые у вас не исполнились, и он будет всегда вам об этом напоминать и припоминать. Если вы настояли на том, чтобы ребенок шел по вашему пути и не пустили его на свой путь, он всегда будет вам говорить: «Я все еще на тебя обижен за то, что тогда ты не разрешила мне пойти в ту секцию, которая мне нравилась». Дети, которых туда отдали, уже добились больших высот. Я потратил много лет на то, чтобы закончить эту злосчастную музыкальную школу, на которую ты насильно меня водила и не разрешала оттуда выписаться. Сейчас мне уже много лет, и я только понимаю, что мне это действительно нравится, и я этим хочу заниматься, и я занимаюсь этим дома. Но в тот момент ты меня не поддержала. Следующая ошибка, которую допускают родители: заводят дома доброго и злого полицейского. Добрый и злой полицейский — это две модели родительского воспитания. Если родители на заре своего родительства не договорились о том, какую линию воспитания они будут вести, какие у них будут системы поощрения, системы наказания, какие у них будут границы, запреты и правила, которых будут придерживаться оба родителя, происходит ситуация: эти линии воспитания раздваиваются и становятся совершенно разными. Там, где мама запрещает, папа разрешает, там, где папа разрешает, мама запрещает, там, где мама хвалит, папа ругает, там, где папа хвалит, мама против этого. Что видит ребенок? Тот родитель, который больше всего ему что-то разрешает и который более попустительски к нему относится, становится для него любимчиком, он становится добрым полицейским. Ребенок будет более к нему благосклонен, потому что у него меньше запретов, у него меньше стресса при общении с этим родителем, и этот родитель разрешает много всего. Второй родитель будет в его глазах выглядеть как плохой полицейский, который все запрещает, с которым невозможно договориться, у которого есть правила, и который необходимо следовать, с этим родителем просто не забалуешь. И у ребенка происходит диссонанс. Кого из них слушаться, за кем из них следовать? Если один говорит одно, второй говорит другое, я не могу послушаться только одного, второй может обидеться, второму это может не понравиться. Или наоборот, у ребенка нет в голове единой картинки, нет единого представления о вас, как о родителях, как о супругах и как о семье. Что не очень хорошо для восприятия ребенка. Если в этой ситуации участвуют только двое родителей, это еще хорошо. Если туда подключаются еще бабушки и дедушки, ситуация сильно усугубляется. Что необходимо делать? Если в самом начале вы не договорились о том, какую линию воспитания вы будете вести, все еще не поздно принять единые правила, которые будут действовать в вашей семье и которым будет следовать ваш ребенок, с помощью которых вы избавите его от того дискомфорта, который он сейчас испытывает. Если вы договоритесь со своим супругом, со своей супругой о том, что вы будете делать, какие правила ни в коем случае нельзя нарушать, какие у вас есть традиции, меры наказания, меры поощрения, и если вы договоритесь, что один из вас ругает ребенка, а второй в этот момент его не защищает, не жалеет и тем самым не подрывает ваш авторитет, говоря: «Давай я тебя пожалею, посмотри, какая плохая мама, как она тебя поругала»,
Ребенок не воспримет этот запрет. Вам необходимо договориться, что вы будете делать совместно. В результате ваших договоренностей ребенок поймет, что он растет в крепкой семье, в которой ему не нужно выбирать между мамой и папой, в которой они находятся всегда в сотрудничестве, они всегда находятся в диалоге, и которые всегда вместе объединены в отношении к ребенку, вместе объединены против его проблем, они вместе радуются его успехам, и нет такого, что один из них для него добрый полицейский, а второй злой полицейский. Шестая ошибка, которую допускают родители, это избегание запретов и границ в отношении ребенка. В последнее время сформировалась новая модель воспитания, в которой родители говорят: «Я не хочу ругать своего ребенка. Я не буду ставить ему какие-то правила. Он растет свободно. У меня свободное воспитание». К чему приводит такая модель? Поначалу все выглядит здорово и хорошо. У вас с ребенком прекрасные отношения. Вы ему все разрешаете. Он находится в полной свободе действий. Но затем эта полная свобода действий превращается в педагогическое попустительство. Попустительское поведение ребенка, в котором вы для него перестаете быть авторитетом. Он привык к тому, что вы ничего не запрещаете, вы не ставите никакие границы, и он просто начинает игнорировать ваше существование, ваш родительский авторитет. И здесь происходит роковая ошибка. Да, нам может быть жалко порой поругать ребенка, сказать ему, что он сделал что-то не так, поставить какие-то границы. Но ребенок устроен так, что он не может жить без этих границ. Он не может жить без слов. Можно и нельзя. Он не понимает, где заканчивается хорошее, начинается плохое. Для этого ему необходим родитель, который ему об этом скажет. Он не может определять границы своего поведения самостоятельно. Если вы занимаетесь тем, что не ставите ему эти границы, вы возлагаете на него большую ответственность за свое поведение, которое маленький ребенок не может потянуть. Ребенку нужны правила, нужны рамки, в которых он будет держаться. От родителей, от педагогов, от воспитателей и от всех значимых взрослых, которые его окружают. Как бы нам ни было жалко в моменте поругать ребенка, для него закрепится правило, что взрослый всегда ему скажет, где находится его желательное поведение и где находится его нежелательное поведение. Это поможет ему социализироваться, общаться с людьми, находиться в социуме, познавать этот мир. Потому что если в семье мы не установили правила поведения, выйдя в социум, в свою первую маленькую социальную группу, детский сад, ребенок растеряется, он не будет понимать, как с людьми поступать можно и как с людьми поступать нельзя. И заключительная ошибка родителей воспитания детей – это подавление негативных эмоций ребенка. Мы так устроены, что детский плач, злость и капризы очень тяжело воспринимаются для взрослой психики. Мы просто их не выдерживаем, нам тяжело это переносить. И мы считаем это неудобными эмоциями ребенка. Нам не хочется, чтобы он плакал, злился, расстраивался, капризничал, ругался, потому что мы просто не можем это переносить, это тяжело. И что мы говорим ребенку на автомате? Не плачь, успокойся, не злись, перестань так делать. Сейчас же ты действуешь мне на нервы, я не могу выносить твои слезы. Вернись ко мне, когда ты успокоишься, сейчас я с тобой разговаривать не буду. Вот что говорят родители в момент, когда они видят, что ребенку сейчас не очень хорошо, что он перестал быть улыбчивым и веселым. Нам всегда хочется, чтобы ребенок был красивым, милым, улыбчивым, чтобы он всегда был в хорошем настроении, чтобы он всегда был в духе, но, к сожалению, или к счастью, ребенок живой человек, который способен испытывать свои эмоции. И в момент, когда он плачет, злится, когда у него истерика, вы нужны ему больше всего. Он ищет в вас поддержку и опору. Если вы говорите ему, иди в другую комнату, поплачь, потом успокойся и приходи, в этот момент он начинает чувствовать большое одиночество, что прямо сейчас мама не хочет его слушать, ей безразлично, что с ним произошло, и просто от него отворачивается. Что необходимо делать? Примите, что ваш ребенок может испытывать какие-то негативные эмоции, вы не можете их ему запрещать. Научите его экологично выплескивать эти эмоции наружу. Научите его экологично злиться. Проговаривайте с ним, что
в этот момент он испытывает. Прокачивайте эмоциональный интеллект. Выясняйте, на что он злится, на что он обижен, в чем причина его плача. От того, что вы не хотите видеть негативные эмоции ребенка, он не перестанет их испытывать. Вы, в конце концов, придете к тому, что в более взрослом возрасте ребенок никогда больше не будет делиться с вами своими проблемами. Он никогда не придет к вам за помощью, потому что он будет знать, это бесполезно. Маме, папе нельзя показывать свою слабость, им просто неинтересно, что происходит у меня в жизни. И если это убеждение, этот период придется на подростковый возраст, велик риск, что ребенок свяжется с сомнительными компаниями, где будут его понимать. На этом я предлагаю вам завершить. Большое спасибо вам за внимание. Помните, что каждый родитель ошибается, не каждый в этом признается, но тот, кто признался и начал работу над собой, будет обладать огромной силой. Не смотрите на чужие семьи, не смотрите на чужих детей. Вы не знаете о том, как они живут, но вы знаете о том, как живете вы, и вы в силах изменить ту ситуацию, в которой вы находитесь. Создайте для своего ребенка лучшее детство для того, чтобы во взрослом возрасте он мог сказать: у меня было отличное воспитание, у меня были отличные родители, я вырос психологически здоровым, уверенным в себе человеком, потому что мои родители ни дня не переставали работать над собой и не переставали исправлять свои ошибки.